Владимир Путин высказался о будущем взаимоотношений между Казахстаном и Россией. Во время встречи с руководителями информагентств он ответил на вопрос казахстанского журналиста Аскара Джалдинова. По словам главы соседней страны, наше государство объединяет близкие союзнические стратегические отношения и добавил, что 76 субъектов Российской Федерации имеют прямые отношения с регионами Казахстана, и они эффективны. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, каково будущее взаимоотношений между Казахстаном и Россией, как соседним государством? Очень хорошее. По-другому не скажешь. У нас очень близкие, не просто близкие, союзнические, стратегические отношения. Вот это, что касается России и Казахстана, это можно говорить в полном смысле этого слова. И это касается и торгово-экономических связей. Они растут уверенно. Это и энергетика, это промышленная кооперация, это тот же космос. Ну, очень много. У нас огромная совместная общая граница. Люди общаются друг с другом. В гуманитарной области, в области образования. То есть у нас практически по всем векторам идет очень активная совместная работа. В том числе и благодаря президенту Токаеву.